Всем привет! Сейчас мы проводим инициацию плодоношения. На сутки я замочил вот этот вот пенечек. Вы в предыдущих видео его уже видели. Вот, и как всегда, завтра поеду в командировку и через неделю посмотрим, появятся на нем грибы или нет. И результат уже потом увидим в следующем видео. Видно, что он напитывает воду. В прошлый раз он росли грибы вот с этой вот части. Ну и по предыдущих видео еще было и с этой. Так что будем смотреть. Итак, прошло 10 дней с момента инициации. Чурки наши шиитаки. Сейчас я вам покажу, что у нас тут произошло. Что тут у нас происходит? Вот так вот. Ага. Вот они у нас начали расти. Я как раз вернулся с командировки. Снова, о, это уже созрели. Вот эти вот и начали уже давать споры. Вот, посыпались снова. Вот, а вот эти молоденькие какие красивые. Вот они как-то дружненько взялись. Я замочил только вот эту вот часть, потому что ведро, ну, не помещалось, нужно было больше налить воды. Ну, в следующий раз нальем больше воды и надеемся, что вырастет их еще больше. Все, спасибо за внимание, спасибо за просмотр, жмите класс, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока-пока.